Всем привет! Я буду играть сегодня вот этот режим один раз. Для чего? У меня есть квест, там надо присуммонить 5 зомби. Именно когда мы в атаке. Вот как раз таки в этом уровне мы в атаке. Я поставлю 5 зомби, которые пойдут в атаку, и сделаю квест. Ну и конечно мы поиграем здесь до конца этот режим. Буду играть скорее всего... Так, надо подумать. Ну, сейчас посмотрим, может быть, даже за зомби нас не кинет, посмотрим. Ну, хотелось бы, чтобы за зомби мы поиграли. Но даже если за растения, буду и за растения играть. Может, уже победа там? Ну что, давай, зомби. Зомби, пожалуйста. Окей. Значит, будем играть за них. Shadow... Что за квесты? Давайте посмотрим. О, инженеров убивать будем, окей. Давайте тогда кактусом каким-нибудь. Так. Давайте вот этим. Только кастомизируем его, а то он стандартный. Вот такой. И вот такой. Ну да, нормально. У него апгрейд есть? Да, апгрейд на реген. Все, надо его качать до 10 левела. Сейчас посмотрим, как поубиваю я. The Fantasia. Окей. Ой, тут у нас робот сейчас прилетел. Он тут сейчас всех убьет. Криво стрелял я. Ни разу не попал. Да перезарядка долгая какая. Раз, блин. Попал. Так, здоровья нет. Отходим на безопасное расстояние. Может быть, дрона запустить? Пока у меня здоровья нету. Давайте дрончика запустим. Посмотрим, что у нас происходит здесь вообще. Ой, кто тут стреляет? Он, кстати, можно его бить, электрика этого. У него все равно он не может меня убить никак. Трудно очень попасть. Только прям до сюда стреляет, что за дела? Что-то читеры там играют какие-то, ну-ка. Да не, вроде нету читаков. Оп. Кого-то убил. Там у нас в бочке пират. Да, кстати, урон порезали. Раньше урон был выше намного. Сейчас намного меньше урон я наношу. Но он был слишком сильным кактусом. Сейчас, получается, перезарядка очень долгая. Может быть, меньше патронов даже сделали, не знаю. Ну, давай. Там моя минка, кстати, может наступит, нет? Не, он сюда не идет, к сожалению. Зачем ты меня резаешь? Сам погибнешь, смотрите. Ну вот какой смысл был резать? Вот я резнул его, пожалуйста. Его убили, меня убили. Пожалуйста, этот чувак получил 2 фрага, я думаю. Так. Окей. Они, значит, вот так вот будут идти, да? Ну, например, снизу можно минку не увидеть, честно говоря. Вот так вот, видите, как я поставил? Может быть, они не увидят мину. Посмотрим. Так, они далеко? Они далеко. Давайте вот здесь мину поставим. Вот так вот.
Ну и займем позицию, может быть, отсюда кого-нибудь прострелить можно. Хотя я никого не вижу. Откуда они будут идти? Нету. А, сзади. Так, где респаун? Ага, окей. Значит, надо занять хорошую позицию, желательно сверху, на каком-нибудь балконе. Вот, например, здесь. Мы можем сделать вот так вот. Поставить вот так. Если кто-то пытается ко мне прибежать, ему надо минки все уничтожить. Какой урон жесткий, а? Он что, читер какой-то? Все время по мне попадает. Где бы я ни находился, он по мне попадал. Ну хорошо, продамажил хоть этого. Ну-ка проверим его фраги 13. Нет, ну просто он как-то хорошо уж больно стрелял по мне. Видимо, он вот так вот тоже целился. А кто ж меня стреляет? Кто так хорошо попадает? А, Шарк Лазер. На первом месте вот этот чувак, который меня убил. Но я тоже им стрелял, он классный, конечно. Пират. Так, мы с другой стороны появились. Кого-то убил. Так. Сверху вроде никого. Опять он меня убил, да? Он просто тупо стоит там, и все, его никто не убьет. У него очень хорошие. Сейчас этого тоже чувака могут убить. Ну вот, пожалуйста. Его убили, меня убили. И он меня опять убил. Вот поэтому я и говорю, нет смысла резать. Меня, потому что никто не прикроет. Вот и сейчас этого убьют. И он так миллион фрагов только набирает таким образом. Кстати, если я сюда подлечу, что со мной случится? А, ничего. Я думал, что я погибну. А здесь пролететь даже нельзя, как бы, через это. Ой-ой-ой-ой. Хорошо, сейчас я хороший залп могу сделать. Они вон все бегут, да? Через центр. А я вот так вот, смотрите. А, здесь нельзя выше лететь почему-то. Нашел меня, чувак. Кстати, смотрите, можно тут, наверное, отсюда как-то простреливать даже. Если снизу где-то быть. Ну, тут просто нету больше прострелов. Патронов нету.
Да как они все меня убивают? Опять этот чувак. Он реально вот тупо... Тупо стреляет, никуда не идет в атаку. Вот просто как снайпер какой-то. Надо в первую очередь мне его высматривать, пытаться убить. Что я не знаю, что еще можно сделать. Его никто не убивает просто. Я его сам никогда не вижу. Откуда он там стреляет? Он, по-моему, слева где-то здесь был. Я даже не знаю, где он был. Кто ж меня там добил? Ну, давайте здесь высматривать его. Может быть, увижу. По-моему, там где-то был, с этой стороны он меня выстреливал. А вот он. По-моему, вот этот чувак-то есть он, да? Да я какой-то вообще косой стал. Вообще, я должен 100 раз был убивать. То ли как-то не знаю. Вроде как ровно стреляю, но почему-то в конце не попадаю. Да вон, ну чомпер сзади идет, ну что ты? Все идут в тупо вон туда, в атаку, и все. Никого не видят. Кто меня стреляет? Я только высунулся. Так. Блин, ого. Кто сзади тут вообще? Сколько ему здоровья оставил? Да, его никто не бил. Но я половину примерно снял, наверное. Так, ну у них 10 секунд, честно говоря. Но они успеют, мне кажется. Там начали они уже добегать. Блин, они успели. У него патроны быстро заканчиваются. Очень быстро. Надо было минку туда поставить заранее. Ну ничего, убили его. Сколько у них время? Минута 25. Много. Они успеют. Потому что всегда вот эти супербрейнс сюда запрыгивают. Наверх. И как бы и всех наших убивают. А, мелкий тут еще. А, лучше сюда не идти. А, сзади чувак запрыгнул. Ну, убьют его, надеюсь. Нет, не убили. Секунд. Но они уже здесь. Надо идти туда убивать их. 10 я мину хочу поставить. Все так.
Кто-то достреливает по мне даже. Победа. Они не успели. Отлично. Кстати, сейчас эксплит запустил. И хромакей без проблем, как видите. Видите? Никаких проблем. А иногда запускаешь, и сразу проблемы какие-то. Непонятно, как это все системы работают у них. Я ничего даже не настраивал. Включил, все работает. Поэтому в некоторых видосах я без вебки, потому что не работает нормально хромакей. Ну сколько я наубивал? Мало. 15. Но я не сначала играл, но это реально мало. Сейчас я хочу за зомби поиграть. Мне надо квест сделать. Открываем пак. У нас, кстати, практически все персонажи уже открыты. Только оружие в основном сейчас будет открываться. Но все-таки я хочу все дооткрывать. В общем, надо вот этот квест сделать сейчас, если за зомби мы зайдем. Если за растение, можно вот этот делать. Но за зомби еще вот этот квест. 500 убить. 500 зомби убить обычным primary weapon. Или любым электрическим зомби. Вот так вот. Ну а это тоже можно делать. Team Monkey, что другой режим, когда команда на команду. Видите, 25 тысяч, типа эпический квест. Но эпические квесты, они очень долго делаются. Я не очень люблю их делать, потому что реально награда не соответствует. Потому что 25 тысяч за 25 игр, это как-то мало. То есть 1000 монет за каждую игру, грубо говоря, тебе добавится и все. Награда слабенькая. Надо 50 было тысяч делать. Они просто боятся много монет давать людям, чтобы всех персонажей быстро не подкрывали, потому что многие люди-то монеты за реальные деньги покупают. Поэтому это им очень выгодно. Все дороже делать и меньше за квесты дают давать монет. В общем, все тут рассчитано стопудово. Ладно, опять долгая загрузка. Не знаю, как с этим бороться, с этой загрузкой. Может, игру просто удалить, заново переустановить, не знаю. Но это не из-за того, что у меня компьютер медленный. Так что-то. Так, ну что, давайте пробовать. Мне нужны зомби. О, пожалуйста. Еще только начало, мне кажется, все заходят. У меня есть шанс. Видите, у нас только три растения, да? Или все тоже вот так вот жмякают, как я. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Так, тогда кем играть, если... Сейчас подумаю. А этим же буду играть. Качну до конца уже. Сколько там осталось-то? Так, какой уровень? Так, я... Так. Меня так убьет. Я сейчас еще сгорю. Да, меня добили. Он очень медленный, конечно, этот. Ничего не сделать. Очень медленный как-то. Смотрите, как мало народу вначале в этом режиме, видите? Поэтому я не мог за зомби перейти. Людей просто нет. Так, ну мы здесь лезем наверх. Так. Так, я вижу, там есть. Но я по ним не постреляю отсюда. Хотя... Мало здоровья. Блин, сколько же ему оставил? А, у него еще зомби, который лечит его. Он, может быть, и убил бы, если бы не лечил его.
Мало очень растений, мы ничего не сделаем. Сейчас точку захватит тут по-любому. Я буду пытаться что-то сделать. Отлично. Попугай тут какой-то. Какой-то крутой пират, видите, какая у него шапка. Наверное, легендарная какая-то. Не знаю. И вот этот пират тоже крутой. У него как раз 9 киллов. Он почти всегда и убивает всех. Так, следующая точка. Как они будут? Ага, они отсюда. Ставим много-много растений сразу. Ставим мины. Конечно, здесь надо минку поставить. Так, они здесь. Убили. Ну их реально, смотрите, нам два человека больше. И никто вообще в эту игру не заходит. Это мне непонятна политика вообще. Как можно так сервера делать, что к ним никто не присоединяется? Вот мы играем, и как бы... На два человека у нас меньше. И как мы можем вообще тут выиграть, теоретически? Ладно, мне надо все равно надо играть за... Я выйду. Я... Надо снова найти игру. Мне надо за зомби сыграть. Ой, я что-то с игры вообще вышел, прикиньте. Это же не в бэк-ярд, это просто выйти с игры. Придется сейчас коннектиться нам. Ну ладно. Вот смотрю, уже зашел в Origin. Новая игра выйдет скоро, называется The Banner Saga 2. Это типа какая-то RPG-игра с викингами. В общем, вроде как неплохая. Я знаю, первая часть очень много наград получила, она даже на iPad выходила. Но я все никак не поиграл, может быть, и не стоящая игра. Просто ее на русский язык, по-моему, не переводили. И там все квесты очень много читать надо, то есть там всякая информация, литературный текст и все такое. Может поиграть, не знаю, посмотрим. Потому что здесь я скоро уже всех персонажей открою, все, что мне останется, это... ну что еще дальше делать? Ранги качать, да, и шмотки открывать на растения, на зомби там, шмотки в общем. И все. Ну а что еще, если все открыть персонажей всех? Ну да, легендарных там полно, я не знаю, как они там выпадают. Насчет этого я не знаю. Надо, наверное, паки открывать самые дорогие, но не за 75, которые персонажи открывают, а которые 35, по-моему, тысяч или сколько там есть еще какой-то пак. Наверное, он оттуда может выпасть. Часть легендарного персонажа. Знаете, давайте поиграем все-таки Team Vanquish. Мне это что-то больше нравится.
Что в этом режиме, я же говорю, тут такая ерунда. Все стоят, стреляют, все стоят. Ну, как бы неинтересно. Растения зомби занимают позиции и просто расстреливают зомби. Ой, растения. Растения ресаются, умирают. Ресаются, умирают, а зомби практически не умирают. То есть умирают только те, кто идут в атаку, а половина из них просто зомби стоят и стреляют. Ну, типа... Ну, типа как пираты вот сдалека, вот как меня 100 раз убивали. То же самое, такая вот стратегия. Кемперская. Ладно, мы сейчас мы играли этим, давайте до десятки докачать надо его. Какой счет здесь хоть? Тридцать шесть на 29, да? Как меня сильно бьют, они стреляют. Да, этот как бы кактус уже не такой сильный, как раньше. Там, я помню, по 75 урон был иногда. А здесь урона нету. Урон реально низкий стал. В основном Super Brains электрические все играют. Потому что им легко попадать, по-моему. Вот только он выходит, он сразу хорошо попадает. Тут 100 раз уже такое видел. Сороковушку влепил ему. А меня вот этот чувак убил. Так. Появились мы где-то. Блин, 47 у них уже фрагов. Навряд ли мы что-то сделаем. 49-48. А, 49-49. Что ж делать? Где кто? Где кто? Победа, прикиньте. Вот там вот этого, которого солдата сейчас вот перебили. Это был 50-й фраг у нас. Вот такая вот игра. Ну что, ждем сейчас, загрузится дальше будет. Ну-ка я вебку обновлю, что она подлагивать стала. Просто я не люблю, когда вебка немножко такая лагучая какая-то становится. Игра плавная, я вот лагучий такой. Рывками дергаюсь. Сейчас вроде нормально. И то не 60 FPS вебка, а почему-то FPS, наверное, 25. Я не знаю, как сделать, чтобы она 60 FPS была. Странно, не знаю. Ну что, ждем следующую игру. На пак не хватает. Ой, я даже не посмотрел, какие там есть паки еще. Если не 75 тысяч, какой там 50 тысяч или 45, что-то, наверное, должно быть. Ну что, где там опять загрузка эта? Поехали. Так, ждем игроков. Так, ну здесь я, наверное, наверх пойду. Нет смысла снизу стрелять. Лучше сверху расстреливать. Тем более кактусом. То есть они на другой половине начинают, мы здесь. И сейчас вот заруба будет. Да что ж такое? Много их там.
Да, мешает этот чувак. Я два раза не попал из-за этого. Нифига себе, он спрыгнул за мной. Я даже не ожидал, что он так может сделать. Этот чувак додумался меня резнуть, вместо того, чтобы того убить. Ну вот, чуваки, вообще жесть. Понимаю, если ты там Sunflower какой-нибудь. Тогда окей. Да ё-моё, ну убейте его. Горохомет тормозной вот этот, кстати. Плохо играет. Он очень медленно реагирует. Плохо попадая. Очень плохо попадая. Раньше я лучше попадал. Или может им бегать нельзя, стоять на месте, я не знаю. Поэтому такой разброс сделали они. Кто-то на мою минку наступил. Приятно. Так, мне как раз инженеров надо убить. Квест у меня такой. А, у него типа каждый выстрел следующий больше урона 10, что ли, наносит? Получается, у меня там первый 30, потом 40, потом 50. Что-то типа того. Так, кактус снизу наш. Ну, вроде выигрываем, потому что мы постоянно их убиваем. Восьмерых без убийств. Без смертей я убил. Неплохо, да? Ну, именно эта карта, она ему подходит. Под стиль. У них всего 12 убийств, прикиньте. То есть они пытаются убить везде, кроме здесь. Когда они входят, они сразу погибают. Поэтому они теперь уже даже не заходят в Колизей, видите? Десятерых убил. Ой, мышка вырубилась. Я даже не знаю, где зомби ходят. Их вообще нет нигде. Ну, там они появляются. Я даже попасть не могу как-то. 9-й левел. Спид апгрейд какой-то. Это что, быстрее стрелять или быстрее бегать? Надо почитать, что за апгрейд я открыл.
11 киллов бессмертия, итого 12 киллов. Ну что, пак открываем. Ну, давай, нового персонажа. Ух, легендарная шапка. Это для кого? А, для Цитрона. И такая музыка еще играет. Угу, это моя первая легендарка, походу. Больше у меня не было легендарных вещей. Видите, 42% попаданий на этот раз было более-менее нормально. Но это не то, я могу и получше. Не самый лучший вариант. Давайте еще одну игру. 10-й левел возьму, наверное. Хотя меня, наверное, за зомби теперь кинет. Тут часто какая-то система, типа... Постоянно играешь за растения, а потом кидает за зомби. Не знаю, как это все работает. По-моему, разработчики ничего к этому как бы не прикладывают руку. Это все наугад. Ну вот, как я и сказал. Только мы начали там убивать, сразу нам... Нас кидают сюда. А какой сайентист? А, это у нас специалист. Видите, я уже брал 10 ранг. Подождите. Так, спид. А, быстрее передвигается он. Окей. Поехали. Да, он чуть... Я чувствую, он быстрее чуток. Но он только сблизи убивает. Где растение? Так, растение у нас здесь. Так, я вижу подсолнуха. Что он тут делает? Ничего он тут не делает. Ого, вампир у нас сверху. О, я попал, кстати, по нему. Бомбочкой этой. Мог его забрать, кстати. Хорошее начало, да? Но я говорю, мне приятно этим играть, поэтому у меня он и ранг, он такой уже нормальный. Но вообще хочется, конечно, легендарного того пооткрывать. Третий левел быстро качается. Че это он меня потерял, что ли? Так, туда нет смысла идти. Надо помочь ребятам.
Смотрите, сколько у меня резуректов сейчас будет. Я тут прям не останавливался с такой. Резал их. А они все умирали и умирали. Так, куда идти-то? Куда идти? Там у нас что-то происходит. Все вот здесь. И мы что-то мало фрагов набирать стали. Как будто мы прорваться к ним не можем. Они типа забаррикадировались там. Давай, хили его. А, у него же полное здоровье, когда ресуется теперь уже. Раньше было половина, сейчас уже полная. Подлечим его. Ой, я умру. Да. 25 в секунду урон. 25 плюс 25, наверное, итого 50, я думаю. Меня ресуют. Блин, перезарядка. А был такой момент крутой. Пятьдесят. Я победный 50-й фраг принес. Ну что, нормально. Можно этим сайентистом играть, мне он нравится. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Я еще продолжу этот режим играть в следующем видео. Мне надо сделать квест, плюс мы прокачаем персонажей, побольше рангов возьмем. А что это такой ранг у него? А, это мой друг. Это мой друг, реально. Смотрите, он выделен. Точно, это мой друг. Ну, понятно. Пицца Трани Ос. Понятно. Ладно, ребят, спасибо, что смотрите. Сейчас я сделаю паузу, начну, стартану следующее видео. До новых встреч, спасибо за подписку. Увидимся.